Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами продолжаем изучать международный стандарт ISO 22000 2018 года, система менеджмента пищевой безопасности, раздел 8, деятельность. Организация должна планировать, внедрять, управлять, поддерживать в надлежащем состоянии и актуализировать процессы, соответствующие требованиям по безопасности пищевой продукции, и осуществлять действия, определенные посредством определения критериев для процессов. То есть вы должны свою систему менеджмента пищевой безопасности, во-первых, ее внедрить, управлять, чтобы она у вас функционировала. Самое главное – определить процессы, по которым ваша система будет действовать. И вот для этих процессов вы должны определить критерии. То есть каждый процесс, чтобы отследить, как он у вас функционирует, эффективно, неэффективно, вы должны определить критерии. Но если вот взять, например, производство, производство как критерий может быть выполнение плана там 100% или не ниже 100%. Это будет являться критерием. Это как пример. И так для каждого процесса. Следующее. Б. Это осуществление контроля над процессами в соответствии с установленными критериями. То есть вы должны будете там, в течение полугода, года, как вы сами определите вот, периодичность как бы, определения функционирования ваших процессов и будете смотреть, насколько выполняются эти критерии. Далее. С. Определение и ведение документированной информации в объеме, необходимой для обеспечения уверенности в том, что процессы выполнялись так, как это было запланировано. Вот когда вы определите периодичность, именно по которой вы будете проверять, насколько функциональная и результативно работает ваш процесс, вы по этим критериям как раз будете определять, что процесс у вас функционирует, он результативен. Если он не результативен или не выполняются какие-то критерии, вы должны будете здесь, может быть, пересмотреть критерии, может быть, что-то не так, может быть, ваши критерии просто установлены так, что просто невозможно выполнить эти критерии. Поэтому вы как-то должны это последовательно, эти критерии, может быть, ужесточать, что ли, чтобы процесс был более эффективен. Организация должна контролировать запланированные изменения и анализировать последствия непредусмотренных изменений. И должны принимать во внимание при необходимости какие-то меры, принимать по смягчению негативных воздействий. То есть вы здесь все изменения, которые вы внедряете в процессы, вы должны все-таки анализировать, насколько эти изменения повлияют и на вашу продукцию негативно или, наоборот, положительно повлияют. Но если негативно, вы должны принимать какие-то действия. Далее. Организация должна обеспечить контроль над процессами, переданными внешним организациям. То есть, если вы, например, не можете какие-то действия производить сами, ну, например, у вас нет лаборатории на пищевом предприятии, пищевое предприятие очень маленькое, и вы хотите, чтобы контролировали, ну, лабораторию вам внедрять очень дорого будет. Поэтому вы нашли внешнюю лабораторию, заключили с ней договор, она вам будет выполнять какие-то действия по анализу вашей продукции проверять на качество.
И тогда вы должны управлять этим процессом, вы должны однозначно его контролировать, чтобы вы знали, что все, что вы хотите получать от этой лаборатории, какие-то, может быть, качественные показатели вашей продукции и так далее, вы все-таки должны провести какой-то аудит и определить, что лаборатория вам делает все в соответствии с вашей нормативной документацией и все это делает качественно. То есть процесс, связанный с внешними организациями, должен быть контролируемый вами. Далее. Программа предварительных условий. То есть здесь организация должна разрабатывать, внедрять, поддерживать в надлежащем состоянии и актуализировать программы предварительных условий. Эти программы, они нацелены на предотвращение или снижение количества загрязняющих веществ, в том числе всех пищевых опасностей в продукции, в процессах производства и в производственной среде. То есть программа предварительных условий – это, в принципе, какие-то мероприятия, которые вы должны внедрить на своем предприятии и, в частности, на производстве, чтобы минимизировать или исключить все загрязнения, которые входят в вашу продукцию. Это какие загрязнения? Это механические загрязнения, там пыль, может быть, там штукатурка какая-то может упасть на ваш продукт. То есть все механические, может быть, ресничка упадет с глаз вашего работника. Вы должны сделать так, чтобы не красились, не приходили накрашенными на работу и так далее. Помимо всего этого, вы должны исключить все химические воздействия, химические какие-то включающие вещества, которые не должны входить в вашу продукцию, это вы должны исключить. И микробиологические, то есть вот именно на то, чтобы исключить вот эти все неблагоприятные воздействия, то есть механические, химические и микробиологические, вы должны внедрить у себя программу предварительных условий, эта программа вам поможет как раз предотвратить все эти загрязнения. Ведь когда вы будете внедрять систему, вы будете определять все опасности на всем протяжении производства вашей продукции, где вы предполагаете, что может произойти загрязнение. И вот программа предварительных условий как раз будет направлена на то, чтобы эти опасности или уменьшить, или исключить, или должно быть данная опасность контролируема вами. Поэтому вы должны на предприятии внедрить программу предварительных условий. Программа предварительных условий должна, первое, подходить для организации и ее контекста в отношении именно пищевой безопасности. То есть вы должны разработать такие мероприятия, которые направлены именно на то, чтобы направлены на именно ваш бизнес, пищевой бизнес, и должны именно внедряться именно вот на вашем предприятии. То есть как бы подходит именно для вашего бизнеса. Такие организационные мероприятия вы должны внедрять или план предварительных, или программу предварительных условий. Б. Во-первых, программа предварительных условий должны соответствовать масштабу и типу производственной деятельности, а также должны соответствовать характеру производимой или перерабатываемой продукции. То есть вы должны этот масштаб вашей деятельности оценить, именно внедрить столько, составить программу предварительных условий и разработать столько мероприятий, чтобы был охват полнейший по производству данной продукции. Далее. С. Вы должны осуществлять в рамках всей системы производства. То есть вот эти программы предварительных условий
должны осуществлять на всю систему производства? Или вы должны внедрить как программу общего характера, или как программу, распространяющую на конкретную продукцию или процесс? Ведь может такое быть, что вы, например, производите пищевую продукцию, но вы хотите именно систему по пищевой безопасности внедрить, например, только на производство молока. И тогда вы ориентированы уже на выпуск продукции молока, например, на выпуск творога, масла, вы не хотите пока внедрять. Поэтому и программу предварительных условий вы должны будете разрабатывать именно на производство только молока. И эта программа предварительных условий, как Д говорит, она должна утверждаться группой пищевой безопасности. Это обязательное условие. Эта группа должна контролировать внедрение вашей системы в целом и, в частности, как, конечно, программа предварительных условий. Далее. При выборе или разработке программы предварительных условий организация должна обеспечить применение соответствующих требований законодательства и надзорных органов. А также вы, помимо этого, должны будете внедрять требования, которые вам, например, предъявляет потребитель. Вы согласовываете с ними эти требования и начинаете уже работать над ними и внедрять эти требования. Может быть, вы сами установили какие-то требования более жесткие для себя, ваши требования, и вы должны их будете тоже поддерживать. Ну, а законодательные требования, это, конечно, и требования надзорных органов, это, конечно, обязательные условия, вы должны это выполнять. Организация должна учитывать. Что она должна учитывать? Это все действующие разделы серии стандартов 22-22002, там, где конкретно определены, что вы должны включать в программу предварительных условий. Если вы будете изучать этот стандарт, то он является обязательным, каждый пункт внедрения как программу предварительных условий. Далее. Также должна учитывать действующие стандарты, нормы и правила и методические рекомендации. То есть, если, например, на продукцию, на молоко, то вы должны все действующие стандарты на молоко должны учитывать, все методические рекомендации. Если в целом на пищевую продукцию, вы должны целый комплект иметь всех нормативных документов на всю свою продукцию. И все это должны, естественно, вы учитывать при разработке своей системы менеджмента пищевой безопасности. При разработке плана предварительных условий организация должна что учитывать? Первое. Строительство и расположение производственных зданий и связанных с ними вспомогательных сооружений. То есть вы должны знать ваше предприятие, в каком окружении вообще находится. Может быть, рядом с вашим пищевым предприятием находится химкомбинат, который распространяет в воздух какие-то химические вещества. Поэтому это будет связано с одними предварительными условиями. Может быть, у вас рядом проходит дорога, которая поднимает пыль и так далее. Может быть, вы очистку воздуха должны усилить и так далее. То есть вы в первую очередь при разработке ППУ должны учитывать строительство и расположение производственных зданий, связанных с ними вспомогательных сооружений. Далее, вы должны учитывать планировку помещений, включая, что включает само рабочее пространство, бытовые помещения. То есть вы должны эту планировку знать, изучить, и, соответственно, там, где ожидают опасности загрязнения вашей пищевой продукции, вы должны четко там разрабатывать вот эти предварительные программы предварительных условий, должны быть разработаны мероприятия, где вы должны свою продукцию обезопасить. Далее.
Далее, подведение воздушных коммуникаций. Линии сюда входят также водоснабжение, электропитание и другие коммуникации. Вы должны посмотреть, как у вас подходит воздух, всасывается в вашу воздушную систему, какого он качества, этот воздух. Далее, как подходит линия водоснабжения, откуда берется вода, какого она качества, куда сливается и так далее. Сточные воды, все вспомогательные службы, это, например, подача сжатого воздуха, вакуума, если это нужно. То есть вы должны это все изучить и все, опять-таки, включить в программу предварительных условий. Далее. Сюда также вы должны учитывать службы по борьбе с вредителями. Должны изучить, и какие службы занимаются утилизацией отходов, сточных вод и прочие вспомогательные службы. Опять-таки, это все вы должны учитывать и, соответственно, разработать тоже, согласно пункту Д, все мероприятия, включить их в программу предварительных условий. Далее, вы должны учитывать пригодность оборудования и его доступность для уборки технического обслуживания. То есть вы это оборудование должны изучить и смотреть, чтобы оно было, во-первых, тщательно очищено, под оборудованием не было грязи. То есть все доступные, все места, где может скапливаться грязь, например, вы должны каким-то образом все их определить, эти места, где скапливается грязь. И, например, разработать такие условия, такие мероприятия, чтобы там все было вычищено. И само оборудование в труднодоступных местах, и под оборудованием. То есть это тоже очень важное условие. Далее. Процессы утверждения поставщика. Что здесь входит? Это, во-первых, поставка сырья, ингредиентов, химикатов, упаковочных материалов. Все это вы должны тоже учитывать и, опять-таки, разрабатывать, включать в программу предварительных условий. Далее, входной контроль поступающих материалов. Далее, помимо этого, хранение поступающих материалов, отпуск на производство, транспортировка, обработка продукции. Вы вот эту цепочку должны всю проследить и, опять-таки, все, что может повлиять на качество продукции, вы должны разработать мероприятия и включить их в программу предварительных условий. Далее. Так, далее. Вы должны учитывать мероприятия по предотвращению взаимного или перекрестного загрязнения. То есть все процессы вы должны отследить, изучить. И где у вас может, например, вы, например, сырье проводите на производство, а в это время у вас, например, идет процесс, вы отгружаете или вывозите тару или там какие-то емкости с вашей продукции готовой. Вот здесь ни в коем случае вот этого перекрестного загрязнения не должно быть. Вы должны разработать так процессы, чтобы они были последовательны и идти одним потоком. Далее. Вы должны учитывать чистку и санитарно-гигиенические мероприятия. То есть вы должны знать и разработать, как вы будете чистить оборудование внутри, какие санитарно-гигиенические мероприятия будете внедрять, как будете часто проводить текущую, капитальную, например, уборку своих помещений, как вы часто будете, например, вентиляцию чистить и так далее. То есть это все вы должны опять-таки продумать и включить в программу предварительных условий. Далее, гигиена персонала. Естественно, вы должны это учитывать и разработать программу по гигиене персонала, как у вас должен персонал быть одет на производстве,
как он должен вести себя, его поведение. Можно ли ему, например, бегать по вашим производственным помещениям? То есть вы должны здесь разработать, может быть, стандартные, может, процедуры какие-то, инструкции по гигиене персонала. И все это должно быть, опять-таки, включено в программу предварительных условий. Далее. Вы должны учитывать информацию о продукте, осведомленность потребителей. Ну и другие какие-то уместные. Так, осведомленность потребителей, информацию о продукте. Вы должны знать, что за продукт. Желательно, может, проводить аудит поступающих к вам сырья и материалов, чтобы вы знали, как он производится, где он может там загрязниться, тот, кто вам поставляет и производит этот продукт, то есть сырье ваше. Вы это все должны учитывать и проверить. И другие уместные какие-то аспекты. То есть, может быть, как раз вот ваша группа, которая будет заниматься именно внедрением вашей системы менеджмента пищевой безопасности, она выявит еще какие-то аспекты, и все это тоже вы должны будете включить в программу предварительных условий. Документированная информация должна содержать данные по выбору, разработке, надлежащему мониторингу и верификации этих программ предварительных условий. Это очень большая работа, но она очень важная, потому что вы здесь выявляете все опасности, где может загрязниться ваш продукт, и вы разрабатываете именно такие мероприятия, чтобы эти опасности просто убрать или снизить, или их жестко контролировать. Далее, система прослеживаемости. Система прослеживаемости должна быть способной однозначно идентифицировать сырье и материалы, поступающие от поставщиков, и первоначальный маршрут распределения конечной продукции. То есть вы должны будете здесь, система прослеживаемости, она должна быть начинаться от поступления сырья или вспомогательных каких-то материалов, и куда далее идет, в какие серии ваше сырье. И вот эта система должна быть полностью по прослеживаемости, включая конечный продукт. Какое туда вошло сырье, какие вспомогательные материалы, как проходил технологический процесс, при каких условиях. Вот эта система прослеживаемости должна быть четкая. И у вас она должна быть открытая и должна быть очень там доступная и... То есть в ней можно будет разобраться не запутанные какими-то механизмами, а должна быть четко для аудиторов, например, показано, как у вас проходит эта прослеживаемость. При разработке и внедрении системы прослеживаемости что нужно учесть? Первое – это взаимосвязь партии получаемых материалов, ингредиентов и промежуточной продукции. Ингредиентов и промежуточной продукции или полуфабриката с конечной продукцией. То, что я и говорила. То есть партия, которую вы получаете, материал, номер партии, должно быть четко прослеживано, должно быть четко видно, куда вошло это сырье, в какую промежуточную продукцию, в какую конечную продукцию. Это должно быть четко определено и должно быть видно из ваших подтверждающих документов, записей, как это все проходит, эта вся прослеживаемость. Далее, вы должны также учитывать переработку материалов продукции. То есть сам технологический процесс, то есть у вас сырье поступило, вы на производство, вы начинаете переработку, и вы смотрите, и уже согласно технологического процесса
идет дальнейшая переработка этой продукции и получается какой-то полуфабрикат. И там то же самое, вы должны четко проследить, что именно данное сырье вошло в данный полуфабрикат. И распределение конечной продукции. Далее вы на конечную продукцию формируете свою серию, и вот эта прослеживаемость, именно начиная получение сырья и заканчивая конечной серией продукции, должно четко быть именно определена эта прослеживаемость всех серий, как сырья, так и вспомогательных материалов. Организация должна обеспечить, чтобы законодательные, нормативные требования и требования потребителей были идентифицированы. То есть в вашей системе должен быть ответственный человек, который отвечает за актуализацию вот этих законодательных требований, что он отвечает за то, что все требования законодательные учтены при производстве данной конечной продукции. Мало того, требования потребителей также все идентифицированы и учтены, все нормативные документы. То есть, например, ТУ, ГОСТы, как, ну, тоже должны они быть актуальны на данный момент и на данную готовую продукцию. Документированная информация, являющаяся объективным свидетелем функционирования системы прослеживаемости, должна сохраняться в течение определенного срока, определенного периода времени, как минимум в течение всего срока годности. То есть это к предыдущему слайду. Вся вот эта прослеживаемость, все документы должны храниться в течение всего срока годности вашей готовой продукции. Далее. Организация также должна проводить верификацию, тестирование результативности системы прослеживаемости и при необходимости проверки результативности, верификация системы должна включать в себя сопоставление количества готовой конечной продукции, количества ингредиентов. То есть вот эта прослеживаемость должна быть также видна в вашем расчетно-материальном балансе. Далее, следующий раздел – готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них. Высшее руководство должно внедрить процедуры реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации или инциденты, несущие потенциальную угрозу для пищевой безопасности и которые имеют отношение к роли организации в цепи создания пищевой продукции. То есть вы должны выявить все вот эти ситуации чрезвычайные на протяжении всего производственного цикла, что может произойти и может повлиять на качество продукции, например, загрязниться продукции, ну, например, как чрезвычайная ситуация может, например, быть, ну, что-то с оборудованием. Например, может выйти из строя оборудование и таким образом загрязнить вашу продукцию. Поэтому для того, чтобы этого не было, вы, например, должны разрабатывать план предупредительного ремонта, чтобы такой ситуации чрезвычайной не было. Или, может быть, например, что-то с вентиляцией связано, какая-то чрезвычайная ситуация, может быть, выброс, например, грязного воздуха на ваше производство. Вот эти все чрезвычайные ситуации вы должны выявить и быть готовыми к тому, что они могут случиться, но вы должны предпринимать все действия, чтобы такого не случилось. То есть, как бы, такие предупреждающие действия внедрять, превентивные такие, для того, чтобы данная ситуация была под контролем, чтобы она не могла навредить продукции на вашем предприятии. Должна быть разработана и поддерживаться в надлежащем состоянии документированная информация
для управления такими чрезвычайными ситуациями, инцидентами. То есть, ну, на таких вот, например, химических предприятиях, взрывоопасных, там, конечно, разрабатывается план аварийных ситуаций. У вас это будет по-другому. У вас в основном вы будете вот эти чрезвычайные ситуации выявлять именно для того, чтобы определить, где может у вас загрязниться продукция. Поэтому вы просто можете разработать какую-то инструкцию, СОП, стандарт, где вы выявляете все эти ситуации, и под каждой ситуацией вы должны определить, какие действия вы должны предпринимать, если такое случается. Лучше бы, конечно, не случалось. И действия в условиях чрезвычайных обстоятельств и инцидентов, что организация должна делать? Первое – это реагировать на возникающие чрезвычайные обстоятельства и аварийные ситуации. Каким путем? Первое – это обеспечение соблюдения соответствующих законодательных и нормативных требований. То есть вы должны четко выполнять все законодательные и нормативные требования, чтобы такая ситуация не произошла. Второе – осуществлять внутренние коммуникации. То есть вы должны обучать персонал, вы должны рассказывать персоналу, что такие чрезвычайные ситуации могут произойти, и обучать именно по каждой ситуации, проводить обучение, что персонал в этом случае должен делать. И осуществление внешней коммуникации, например, с поставщиками, потребителями, надзорными органами. Вы должны также как бы общаться и обмениваться информацией по данным чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти. Далее, какие действия должны предприниматься при чрезвычайных ситуациях? Организация должна принимать меры по снижению последствий чрезвычайных обстоятельств с учетом их масштаба и потенциального воздействия чрезвычайных обстоятельств и инцидентов на пищевую именно безопасность, на пищевую безопасность. То есть для того, чтобы вы знаете, что такая ситуация может произойти, поэтому вы предварительно уже разрабатываете меры, чтобы такого не произошло. Опять-таки, внедряете какое-то, может быть, новое оборудование, может быть, чаще чистите там свою вентиляцию или еще что-то. И постоянно нужно обучать персонал по каждой чрезвычайной ситуации, как он должен действовать и что он должен четко выполнять, чтобы такой чрезвычайной ситуации не произошло, и чтобы ваша продукция не была загрязнена, и четко пищевая безопасность у вас как бы существует на вашем предприятии. Далее, вы должны периодически тестировать процедуры на практике. То есть, если вы в своем документе разработали все, выявили все чрезвычайные ситуации, я уже повторюсь, то по каждой чрезвычайной ситуации должны проводиться обучение, и лучше это на практике. Например, ну вот как вот по пожарной безопасности, это тоже чрезвычайная ситуация у вас, она тоже будет, например, вдруг случился пожар. И это может повлиять, опять-таки, на безопасность вашей продукции. Вы должны на практике обучать персонал, как он должен реагировать, например, на тот же самый возникновение очага именно пожара. Вот, как они должны действовать. И вот это вот именно требование для вас, это на практике это осуществлять. Далее, анализировать и при необходимости актуализировать документированную информацию после уже, когда возник этот инцидент или аварийные ситуации, или проведение практического тестирования. То есть вы, если что-то уже произошло, ну, случилось так,
Вы должны это четко проанализировать, просмотреть свою документацию, правильно ли вы действия производили. Если что-то неправильно, значит, нужно это все изменить. Какие примеры чрезвычайных ситуаций могут повлиять на безопасность или производство пищевой продукции? Что это может быть? Какие-то стихийные бедствия, экологические катастрофы, биотерроризм, несчастные случаи на производстве, эпидемии и другие инциденты, такие как перебои в работе служб водоснабжения, электроснабжения или охлаждения. То есть вы все эти чрезвычайные ситуации, какие возможно могут быть, вы должны их перечислить, должны принять, опять повторюсь, все мероприятия, что нужно делать при каждой чрезвычайной ситуации, и, естественно, обучать персонал как теоретически, так и на практике. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.